Сам Пригожин, повернемося до Вагнера, але в контексті кадирівських перипетій. Раніше скептично висловлювався з приводу кадирівського угруповання «Ахмат». І тепер йому прилетіла, так би мовити, ответочка від правої руки Кадирова Далікманова, який пропонує з'ясувати стосунки по-пацанськи. Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место, время, и мы тебе объясним, что тебе непонятно. Это раз. Во-вторых, что ты стал уже блогером, и на весь мир кричишь, орешь, что у нас только проблемы, и что нет боеприпасов и так далее и тому подобное. Мы все знаем, сколько людей положил в направление Бахмута за 7-8 месяцев.